Почему же тантал используют в медицине? Давайте разбираться. Этот химический элемент назван по имени героя древнегреческого мифа фригийского царя Тантала, который за жестокость был обречен на вечные муки голода, жажды и страха. Очевидно, шведский химик Экеберг испытал поистине танталовые муки, пытаясь растворить новую землю. Так в то время называли оксиды. Тантал оказался элементом химически стойким. Металлический тантал чистотой свыше 99,5% удалось получить лишь в 1903 году. А напомню, открыли его в 1802. Тантал относится к редким элементам. Распространенность и физические свойства. Тантал относится к редким элементам. Содержание в земной коре составляет порядка 2,5 × 10⁴ % по массе. Чаще всего в минералах он встречается вместе с необием. Разделить их чрезвычайно сложно, так как они очень близки по химическим свойствам. Тантал – это светло-серый тяжелый металл плотностью 16,6 грамм на сантиметр кубический. С весьма привлекательным комплексом физико-химических свойств. Он отличается высокой теплопроводностью, порядка 3000 градусов Цельсия, малой химической активностью, а в чистом виде сравнительно простой механической обработки. Тантал пластичен. Из него можно сделать не только листы, но и тончайшую фольгу. В соединениях степени окисления тантала обычно плюс 5, как, например, в оксиде. Тантал 2О5. Химические свойства. Заставить тантал вступать в реакцию непросто. По химической стойкости он превосходит все неблагородные металлы. Особенно стоек тантал к действию кислот. Даже царская водка, которая растворяет золото и платину, не действует на тантал. На него лишь действует плавиковая кислота, особенно при нагревании. Применение. Аппаратура тантала незаменима в химической промышленности при производстве агрессивных веществ. В танталовых теплообменниках хорошо сочетаются такие свойства, как химическая стойкость и практически не меняющаяся во времени высокая теплопроводность. Но больше всего тантал используется в металлургии в составе высокопрочных, жаропрочных, коррозионно-стойких стали, в которых нуждается ракетная и космическая техника. В электронике он применяется при изготовлении радиоламп и прочее. Тантал отличается уникальным свойством приживаться в организме, не раздражая ткани. Танталовыми скрепками соединяют кровеносные сосуды, сухожилия, костную ткань. Металлический тантал в наше время чаще применяется, чем его соединения, но и они полезны. Оксид тантала, например, нужен для получения специальных стекол с высоким коэффициентом преломления световых лучей. Оксид же титана, тантал 2О5, используют и как катализатор при производстве синтетического каучука. Друзья, впереди еще много интересного, так что подписывайтесь на канал.